С вами Крошек Дэй. И сегодня мы будем открывать пикник-бокс. Вау, какая красивая. Туда надо вставить батарейки, и он будет, наверное, светиться. Это кто, зайчик? Да, это зайчик. Какой красивый зайчик. Или медвежонок. Давайте его откроем. Давай быстрее, мне не терпится посмотреть. Открываем. Итак, папа. Доставай, Арина. Вау, давай, давай, зайчик, выпрыгивай. Что итак, тут у нас тут есть? А ну давай есть посмотрим. Что-то давай откроем. Так, инструкция у нас какая-то интересная. И тут есть наклейки. Такое смотри ощущение, что они неоновые, что ли, да? Да, это неоновые. Прикольно. Тут надо вставить все батарейки, и он будет светиться. Да? Ну что, давай сделаем? Давай. Надо открутить и вставить батарейки. Да, вот у нас такая коробочка. Видите, один такой болтик надо открутить. Вставить батарейки и включить вот этот рычажок. Он включен, да, и будет светиться. Да. Он такой мягкий, пушистенький. И кто боится, например, темноты, то он рядом сходит с ним, и им не будет страшно. Он как ночничок, да? Такой мягкий, пушистый ночничок, подушечка, да, можно так сказать? Да, и наклейки, оказывается, неоновые. Вау! Аринка, ну мы уже вставили батарейки, а теперь попробуем, да? Да. Включим его в темноте? Да. Мы думали, что это зайчик, но это мышка. Вот такая вот прикольная мышка. Ну что, давай посмотрим, как она светится. Давай, мне интересно. Сейчас три. Раз, два, три. Вау, вот это ночничок. Классный такой. Толстенький такой. Скажи, а здесь есть еще какой-то режим? Есть. Моргание, да? Вот. Вот, смотрите. Видно ли или нет? Он как бы моргает. Моргает, да. Ярче становится, а потом тусклее. Класс. Мне очень нравится он. Я его назвала Блуми. Мышка Блуми, да? Да, мышка Блуми. Она очень любит кушать мороженое. И когда она наедается, она светится. Да. Вот она в ресторане наелась и теперь светится. Ну, а когда голодная, она не светится. Ну, хотя тут есть вот такая вот кнопочка с луной. И на нее надо нажать, она выключится. Включится, еще вот так понажимать и два раза, и она будет мигать. Аринка, ну, классно светится. Он не сильно яркий и его в то же время видно, он как ночничок, да, вот именно, чтобы ночью рядышком возле подушечки лежал, да, да, и светил. Он примерно вот так вот светится, как на картинке. Самое главное, включайте на лапки. С вами был Крошек Дэй. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!